Утро. Сегодня я иду на работу. Привет всем зрителям и подписчикам, с вами Стич, и мы продолжаем проходить игру под названием Shenmue. На самом 15 серия, нам нужно с вами отправляться на работу. Для чего мы работаем? Для того, чтобы узнать больше информации о сумасшедших ангелов. Это банда, которая обитает в гавани. Мы с вами автоматически, кстати, перемещаемся в гавань. Новая гавань, Якосука, 8:45, 15 минут до начала работы. Если вы думали, что в этой игре, что не в этой игре, а что гонок на автопогрузчиках не существует, вы ошибаетесь. В этой игре есть именно такое. Кстати, я не помню, сколько раз я занимал первую позицию. Тут очень сложно это сделать. Тут реально физики, конечно, никакой в игре нету. Первый раз выиграть здесь очень сложно. Трасса очень, кстати, длинная. Просто втыкаешься в каждую стену. Ну, реально, ну я просто не могу ехать. Надо просто как-то приноровиться. Меня сейчас уже, наверное, на круг обгонят. Осторожнее. Минута 30, но это очень много. Так. Второй круг уже получше. Но толку от этого, конечно, никакого. Если я на первом круге врезался, то на втором проезжаю уже, в принципе, нормально. Но я не думаю, что кого-то догоню. Кстати, тут дают призы за первое место. А может быть и не за первое, тут дают мини-погрузчики. Такая маленькая игрушка. Так. Догоняем сами четвертого. Давай, Рио. Главное не торопиться. Погрузчики, конечно, это не спорткары, поэтому тут не стоит надеяться на то, что у нас с вами тут есть какое-то ускорение.
Ну все, опять началось. Нет. На этот раз последним я приеду. Жалко, жалко, конечно. Может мне поработать получше удастся. Сегодняшнего дня. Я постараюсь. Пора приступать к работе. Передвинь ящики в автопогрузчик. Куда их деть? Склад номер 18. Вот карта твоего пути. Так, стоимость склад номер 18. Внимательно. Если превысишь квоту, получишь прибавку. Хорошо. Только постарайся ничего не сломать. Давай постараемся сделать как можно больше. Так, вот ящики. Тут, кстати, есть вид от первого лица. Так, все, разворачиваемся. Так, нам нужен с вами склад номер 18. Склад номер 18. Так, это где-то вот. Так, вру. Ну, то есть, сейчас с вами можем не торопиться. У нас с вами есть как бы обычный рабочий день, а есть обед, как я понимаю. Так, вот склад номер 18. Поехали за следующим. В принципе, маршрут достаточно простой, далеко ехать нам с вами не приходится. Берем ящик здесь. Насколько много нас с вами ящиков получится сделать, я не знаю. Все, погнали. Блин, ну управление вот машин, знаете, тут вообще просто идиотское. Оно сложное. Нет, реально тут приходится пальцы. Все. Я надеюсь, мы все правильно делаем. Да, вот эта серия будет посвящена именно вот этому. Именно работе на погрузчике. Встречаем. Взяли следующий. Очень быстро, да, 18 склад. В принципе, кстати, 18 склад это мы с вами когда... Первый раз приходили искать работу, мы именно здесь. Нужно пройти внутрь, я долго. Так, следующий. Не видно, видите, эти погрузчики. Кстати, какая квота? Не написано. Как бы люди тут тоже работают и с разных мест ездят. С
Кстати, я не помню, сколько я делал за смену. Понятно, что первый раз с вами работаем. Что тут надеяться на какой-то оглушительный успех не приходится. Сколько получится ящика, столько будет. Ну вот, посчитай, если один ящик 300 йен. Блядь. То есть 10 ящиков это 3000 йен. Так, отлично. Скажите, идиотизм? Может быть, да. Я с вами соглашусь в какой-то степени. Но это игра как бы... Хотя на самом деле ездить на погрузчике и работать как бы тут... Ну это в какой-то степени даже круто. Берем. Может быть, нам попробовать с вами от первого лица поездить? Как ты считаешь? Мой друг. Давай попробуем поставить. Отлично. Кстати, мы сами ящики не особо ровно ставим, не по линии, поэтому вам сами уж все ящики точно не получится сделать. Интересно, как тут рассчитано, что мы сами, сколько сможем сами ящиков вывести? Тут вот ящики вот эти есть, они как-то специально сделали, чтобы проверить, сколько мы сможем. Можно как-то выполнить все заранее. Либо они как-то посчитали, что вот, если мы с вами сможем выполнить. Давай, опускай. О, пойдет. Родненький исчез. Перед нашими глазами этот погрузчик. Кстати, у нас будет с вами обед или нет? Время без 15. Давай попробуем поставить этот ящик. А ты прикидываешь, если нам с вами надо будет заработать эти 60 тысяч на новый билет, это сколько нам с вами по времени надо будет работать? Очень много. Так, ну мы с вами до обеда сделали сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь ящиков. Это немного. Хотя для меня это достаточно хороший результат. Так, обед. Так, 12.01, и чё? Так, вы хотите сказать, что нам сейчас с вами придется просто еще шататься эти... Этот час или сколько там? Два? Эй, Майландж! Ты же выследил нас, не так ли? Ты человек Сина? Я не знаю Сина. Оу! Правда, я не знаю. Эй, хватит врать! Хватит.
Кто эти близнецы? Мы проучим тебя! Так, все, поехали. Отлично. Так, вот тут главное нажимать отвороты. Мимо. Так. Кстати, тут достаточно сложно приходится. Так, с одним разделались. Тихо. Готов. Я запомню это. Спасибо, Рио. Кто это был? Это сумасшедшие ангелы. А какое дело у ангелов к тебе? Они думают, что я работаю на их противников. Его зовут Цен. Но я не знаю его. Мастер Чен и сумасшедшие ангелы. Так, нам нужно с вами в любом случае позвонить мастеру Чену, как мне кажется. Мастер Ченха. Так. А где эти ангелы? Значит, где эти ангелы? Мы же знаем, где граффити. Значит, эти ангелы где-то обитают там. Нам нужен с вами телефон. Кисака-сан. И вот его только взять. Знаете что-нибудь о безумных ангелах? Нет, зацепок. Что? Нет, зацепок. Если не знаете, не беспокойтесь. Я уже иду. Да. Так, а нам с вами осталось 15 минут на все про все. Можно попробовать зайти сюда в офис, если получится. Может быть, тут есть телефон. Мы сможем позвонить с вами и что-нибудь узнать у мастера Чена. Давай-ка спросим. Простите, тети. Что это? Вы знаете что-нибудь о безумных ангелах? Безумные? Ничего не знаю. Это так? Знаете, кто мог бы знать о них? Я ни о ком не думаю. Это так? Так, ничего нам сами в принципе не подсказало. Шкафчики. Ну, шкафчики это, видимо, тут тупо переодеваться, да? Так, ну, игровой автомат. Все, обед закончился. Или нет? Или все? Или это конец рабочего дня у нас с вами его? Минута 0-2. Так, а... Или обед до 2, ничего не понимаю. Блин, куда идти-то? Пошли-ка до Тома сходим. Так, это кто такой? Так, давай-ка с тобой еще поговорим. Марк. Рио. Рио. Да. Как тебе работа? Все окей, полагаю. Я многого жду от тебя. Да, я постараюсь. Так, ну-ка давай-ка еще что-нибудь спросим. У тебя есть братья или сестры? Нет, больше у меня нет семьи. О, как жаль. В смысле нет семьи? У тебя есть мама. Да, перевод тут, конечно, веселый, но я...
только с таким переводом проходил эту игру, поэтому я даже английскую версию то и не слышал. Хотя, знаете, если честно, я бы купил бы себе лицензионную игрушку. Так, ну-ка, Томка, давай-ка что-то мне скажи. Эрио! Я хочу спросить тебя, знаете что-нибудь о безумных ангелах? У тебя с ними проблемы? Нет, я просто пытаюсь найти кого-нибудь из них. Не ходи, не связывайся с ними. Они убийцы. Они убийцы. Так, где взять телефон? Тут же по-любому тут в гавани должен быть телефон. Ну, как так-то? Так, Гора. Гора, что прокопает? Вы знаете о безумных ангелах? Да, тяжело работать, браток. Чего ты орешь? Знаешь, браток, не произноси это имя так громко. Давай. Потому что... Ты это уже говорил нам не один раз. Давайте-ка в этот магазинчик зайдем. Так, а обед-то тут до двух, что ли? Я ничего не понимаю. Видимо, скорее всего, до двух часов. Два часа обед. Перерыв. Надо посмотреть тут телефон. Так, есть бильярд. Ой, блядь, чё я несу? Какой бильярд? Есть дартс. Так, а... Простите. А телефона здесь да, нет. Да, что это? Знаете что-нибудь о безумных ангелах? Что скажешь? Не говори о них так громко. Окей. И это все? Кстати, кассеты, да, можно купить. Давай-ка попробуем купить. Старая песня. Давай купим. Вот это. Да, точно. Огромное спасибо. Я даже попробую ее включить, что она себя представляет. Точно покажи свой билетик. А может что-нибудь выиграем? Давай. Проиграл. Проиграл. Попробуй еще раз. Так, где у нас магнитофон? Уже так, два часа. Два часа. Придется идти на работу. Продолжать возить ящики. Да, совершенно верно. Все-то ящики точно не получится перевести. Давай попробуем. Сколько получится. Может быть, после обеда получится побольше перевести, потому что до обеда мы с вами перевезли где-то 8 ящиков. Да ладно. Поставили. Разворачиваемся. Я думаю, каждый, наверное, из вас видел такой погрузчик в своей жизни. Ну, хотя бы примерный. Такой же. А если бы сидел бы, наверное, бы за рулем, то, наверное, бы справился бы с этой работой. В принципе, тут ничего такого сложного нету. Вози да вози, да? Давай по-быстренькому.
Кстати, вид от первого лица достаточно прикольно в игре сделан. Руль, правда, квадратная, но да и похрен. В то время не было идеально прямых. Графически исполненных, да, каких-то вещей. Не люди, не предметы. Все было квадратно. Слушай, можно было бы возить по два ящика. Было бы прикольно. Блять, я вас тут обгоняю. Почему вы так на соревнованиях не ездите? Медленно. Почему, когда работаете, сука, вы медленно ездите, когда соревнуетесь, вы быстро ездите? Так, разворачиваемся. Меньше часа мы с вами отработали, 45 минут. Ящиков уже достаточно много перевозили. Сколько надо всего ящиков перевести? Лимит. Это непонятно. Блин, ну их очень много, реально, ты посмотри. Еще ящиков осталось просто дофига. Все-то точно не получится перевести. С вами за час ящика 3, наверное, или 4, получается, дернули. Не знаю, как вам. Напишите в комментариях, стоит ли снимать вот такую работу. Может быть, стоит просто тупо снять сюжет и все. А работу вырезать. В этот день, конечно, я оставлю полностью, потому что как бы я не вижу смысла что-то тут вырезать, но вот в следующей серии вполне возможно, что вот таких погрузчиков уже не будет, работы на погрузчиках. Просто будет сюжет. Тупо, если какое-то действие произойдет, я это подображу. Быстренько мы с ними разобрались. Нужно пройти внутрь ядов, да? От четвертого. Чтобы мы с вами особо не скучали, нам с вами дали немножечко подраться. Но это радует, кстати, что вот такие моменты в игре есть. Е1 остается.
Но в принципе, если мы сами бы все быстренько бы бегали бы тут, ездили, то мы могли бы выполнить сами задания. Нет, 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 нет. Внутри я долго. Успели, успели. Закончим этот день. Что, давай посмотрим, сколько мы с вами заработали денег. Хорошо, вот твоя зарплата. Спасибо. Скоро увидимся, начиная с завтрашнего дня, и ты на добавку в 50 йен. Это около 350 йен за ящик. Благодарю. Работай так же хорошо. Огромное спасибо. Йо, брат! А ну, снять шляпы! Ты сказал, что много знаешь о гавани. Все так и есть. Отличное расположение — лучшая точка для прорыва. Это гавань, город все знает. Так ты знаешь сумасшедших ангелов? Ух, я говорю о прорыве. Не так быстро. Ой, ты! Мастер дал мне утром сумку яиц, нужно все приготовить. Надеюсь, что я успею. Так что ты о них знаешь? Брат, это имя. Пожалуйста, не говори громко. Почему? А то тебя скорбят рыбам. Здесь это табу. Говорят, что одного парня замуровали в бетон за такие слова. Ва! Ну нет. Ладно, брат, я пошел. Увидимся. Да, позже. Нужно сдаваться. Что ты хочешь? Я покажу тебе новый прием. Быть действительно полезным. Ты сможешь справиться с ангелами. Но вряд ли с Ланги. Заткнись, смотри, мне не нужна помощь. И отлично. Но только пойми основную связку. Так что это было? Ты хочешь это или как? Если ты хотел обучить меня, окей. Ты должен быть более прилежным. Сперва я покажу тебе стойку, смотри. Шаг назад, перенеси свой вес. Откот назад, удар. Это называется нашей техникой. Попробуй так. Эту стойку. Я все понял. Давай, можешь стать мастером. Возможно, нужны еще практики. Давай. Я посмотрю, попробуй.
Достаточно. Хочешь продолжить? Нет, достаточно. Имею в виду, что ты разучил только основную стойку. Для правильного использования тебе нужна практика. Да. И разумная практика. Зачем ты обучил меня? Ты намерен ехать в Гонконг? Да. Даже знаю, что ты можешь умереть. Это не важно. Так я и думал. Я сделал бы так. Вот почему. Так, никакой зацепочки у нас с вами нету. Ничего в журнале не обновилось. Так, а, собственно... Может быть, все-таки мастер Чену позвонить? Как ты думаешь? Вернуться домой, сделать звонок? Даже домой надо возвращаться, можно с добытой позвонить? Я хочу спросить тебя. Знаете что-нибудь о безумных ангелах? У тебя с ними проблемы? Нет, я просто... Естественно, если спрашиваю. Не ходи, не связывайся с ними. Они убийцы. Так, ладненько. Нет этого бомжа, где этот бомж, я не понимаю. У меня, кстати, на джойстике нету вибрации. Так, а давай-ка с тобой еще пообщаемся, Марк. Хочу спросить вас о безумных ангелах. Не будем о них, держись от них подальше. Все окей. Увидимся. Единственный недостаток у меня на Dreamcast нету вибрации, вибропака, да, который вставляется в джойстик. Это, конечно, не такая уж большая проблема, на самом деле. Может сюда сходить, как ты думаешь? Все тут дела, мне кажется, мутятся после 7 часов. То есть вот до 7 часов тут можешь спокойно бегать, тут никакого действия не произойдет. После 7 тут вполне возможно можно за что-то зацепиться, за какую-то улику. Пока мы с вами бегаем тупо порожняком. Ну да, есть это место, но что толку? Толку-то? Толку никакого. Кстати, мы с вами потом будем вроде работать, ездить вот сюда. Что на месте? Это закрытая территория. Пошел отсюда. Шел отсюда. Так, 7 часов. Никаких движений нету, поэтому давай, пошли обратно. Если сейчас какое-то действие произойдет, будет, конечно, замечательно. Если нет, то мы с вами поедем в Дабуиту. Попробуем позвонить мастеру Чену. Договориться с ним о встрече. Вполне возможно, что нам с вами повезет и мы выполним какое-то действие сюжетное. Хотя Рио не пойдет домой, если тут что-то мы сами не сделали, как мне кажется. Он скажет: чувак, нам нужно побыть еще тут и что-нибудь разузнать. А может быть и нет.
Поэтому давай позвоним. Все-таки. А, телефон. Вот же телефон. Вот телефон. Давай позвоним. Так, 0468. Это я точно помню. А если нет? Лучше все-таки перепроверить. Шестьдесят один, 56. 61. Кстати, мне тут в комментариях писали, что можно просто набирать 0468. Тогда вопрос, а как гудок-то сделать, чтобы пошел? Так, 47. Потому что вот набрал 0468, а как гудок-то? Чтобы было вот это непонятно. Салют. Девять драконов. Девять дракон. Земля-матери. Товарищи. Товарищи. Склад номер 8. Мастера Чена. Простите, но кто вы? Меня зовут Хазуки. Минуточку. Чё? Да. Мне нужно поговорить с Ченом. Я хотел бы встретиться. Отца тут нет. Мы можем встретиться? Да ладно. Приходи, если надо. Давай сходим. Отлично. Так, мастера Чена нет. Ну, ладно, мастера Чена нет, это одно. Главное, что стоит, что договорились. Я думаю, по сюжету как-то продвинемся. Ну нет и нет, в принципе, я ж не против. Что-то как-то камера, мне кажется, очень отдаляется при беге. Так, а это кто идет? А это Гора. Кстати, Гора нам с вами своего рода стал каким-то таким-то же товарищем, я бы сказал. Я даже и не ожидал. Серия у нас, кстати, с вами длинная получится. Мне нужно на склад номер 8. У меня встреча с мастером Ченом. Как тебя зовут? Рю Хазуки. Я ждал вас, сэр, проходите. Так, а нам даже тут разрешат еще и побегать? Да ладно. В старой памяти я помню, куда идти. Сами буквально в начале, даже не в начале игры, а во втором диске сами бегали. Нет, тут явно никаких действий не произойдет, потому что мастера Чена нет, бля, музыка зловещая. Резидент Ивел отдыхает, это точно. Можно кое-что спросить? Что это? Вы можете перевести это мне? Китайский свиток. Ладонь защиты использует силу тела. Шаг вперед, два шага назад, а потом сожми свои легкие. Это результат воздействия защиты. Достаточно сильно для удара тигра. Это совсем другой стиль, я не узнаю его. Но что если я вспомню, как это называется? Возможно, ты осилишь. Правда. Нужно работать. Спасибо, извините за беспокойство. Видимо, мы сами где-то подбирали этот свиток. Только не помню, кстати, где вот этот китайский свиток мы нашли. Но какой-то новый удар. Так, ладно,
возвращаемся домой, потому что, как я понимаю, тут сейчас ничего такого полезного не произойдет. Хотя время 9:00. Бомжа нет. Может быть, сейчас опять будет? Это кат-сцена. Да вряд ли. Нет. Ничего такого нет. Ладно, я возвращаюсь. Точно бегать я тут по-любому не буду. Даже Гора уже, смотрите, идет домой. А если он идет домой, то нам в любом случае раньше его не уехать. Потому что автобус подъедет только под него, да? Вот я так логически прикинул. Либо мы с вами сейчас успеем на автобус, либо нет. Нет, все-таки автобуса явно не будет. Так, тихо, тихо. Вроде нету ничего. Где Гора, где Гора? Ой, тихо, 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 тихо. Половину перевозки ящиков, как мне кажется, можно в принципе вырезать. Это ни к чему смотреть, как я возил ящики. Поэтому, может быть, в этой серии я вырежу часть геймплея, да. Хотя, если честно, я бы ничего бы не трогал бы, все бы оставил бы на своих местах. Почему вот нельзя сделать, допустим, чтобы с добыт он сразу перемещался себе домой, чтобы тут не бегать? Раз тут никаких действий не происходит, то и бегать-то, мне кажется, смысла нет. Давай-ка пройдемся, может быть, тут что-нибудь с вами интересное сможем найти. Так, этот уже здесь тусуется. В принципе, время 10:00. На зоме? На зоме. Знаешь, я слышала от Хисака сам. Гавань не очень опасное место. Это неправда. Ты там подрался? Отлично. Ну? Да. Ага, отлично. Ты там подрался? А, отлично. Говорит Рио, значит... А если Рио говорит отлично, значит... Говно вопрос. Все хорошо у нас. Мне нравится этот паренек, он как-то с юмором ко всему к этому подходит. Не придает особому значению тому, что его могут убить. Или он может быть использован в качестве корма для рыб. Как сказал Марк, ну... Парень с оптимизмом. Кстати, а тут байк этот стоит. Мотоцикла нет, да? Которым занимался парень. Так, ну все, тогда возвращаемся домой. Действий точно никаких не произойдет. Может быть, эта банда появляется 9:30, грубо говоря, в гавани. Может быть, нам не стоило уходить, а подождать было... Допустим, 9:30 или 10:00, или 10:30. Хотя я сомневаюсь, мы с вами 9:30 вошли. Но много уже действий сегодня было за этот день. Как бы пенять на этот день, что он такой плохой, мы с вами ничего тут не сделали, это неправильно. С вами уже и два раза отпиздили. Прошу прощения за это выражение.
этих безумных ангелов, но и встретили сына мастера Чена, поэтому в принципе нормально, я считаю. Да и по баблу, кстати, неплохо получили. Плюс завтра за каждый ящик буду давать 350 йен. Это уже плюсом сколько, да, идет. С каждого ящика будем на полтосик иметь больше, это уже нормально. Плюс какие-нибудь премиальные, так там вообще будет шикарно. Так, ну а мы с вами делаем сохранение и завершаем прохождение этой серии. Увидимся мы с вами уже в следующей серии. Я надеюсь, вам понравилась эта серия так же, как и мне. Друзья, не забывайте подписываться на канал, если вы еще этого не сделали, но смотрите этого видео. Ну и также посетите группу ВКонтакте. Все ссылочки вы найдете в описании. Кстати, я как-то одно время переставал, знаете, группу ВКонтакте рекламировать, но сейчас опять как-то продолжаю это делать, поэтому не поленитесь, зайдите в нее, ну и подпишитесь. Там достаточно много различных новостей, помимо самих прохождений. Ну, а с вами был, как всегда, Стич. Всем до новых встреч. Пока.